Друзья, всем привет! Это Александр. Мы снова вместе. Сегодняшняя тема видео будет спортивные товары, выбор ассортимента и стоимость этих спортивных товаров. Как вы все помните, что здесь есть определенные сложности совсем. И сейчас я решил сходить посмотреть, сколько стоят кроссовки в спортивном магазине. Ассортимент спортивных изделий здесь достаточно небольшой. Есть два или три магазина спортивные, один из них Интерспорт. Заодно посмотрим, какие там цены. Ну и для нищих туристов есть LC Waikiki с невысокими ценами, но и с невысоким качеством. Пойдемте посмотрим. Итак, на бульваре возле LC Waikiki, буквально в 30-50 метрах, есть два крупнейших спортивных магазина. Они находятся друг напротив друга. Sport Vision и вот там вот Интерспорт. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь продают, какие цены, большой ли ассортимент. Сразу могу сказать, что Sport Vision... ну, наверное, по размерам метров 350-400 квадратных. Есть большая плазма, вот вы можете ее наблюдать. Выглядит более-менее. Сейчас идет акция «Назад в школу» или «Вперед в школу». Ну, переводится как «назад», но мне кажется, как можно «назад в школу» идти. И цены вот такие. 50% на Adidas скидки, и за 15-900 можно что-то купить. Я не знаю, рюкзак, что ли, или детей двух. Магазин Sport Vision нам понравился, большой достаточно ассортимент. Цены на кроссовки есть на новый Air Jordan 28900. Единственный, конечно, момент, что это очень дорого даже для Албании, поэтому смело можно сюда приходить, у кого есть деньги. У кого нет денег, идите в соседний, покупайте паль в три раза дешевле. Очень странные были девчонки. Сначала сказали, что снимайте, снимайте. Потом пришла другая девочка, говорит, что а нельзя цены снимать. Или снимайте, но цены не снимайте. А зачем вы снимаете? Ну и, как обычно, вся вот эта такая катавасия. В итоге понравился выбор, классный ассортимент. Цены высокие для нормальных людей, которые зарабатывают нормальные деньги.
Зашли вот этот магазин Sport Realty. Как всегда, там местные люди говорят, не надо ничего снимать. Цены в среднем за кроссовки 6 и выше тысяч лек. Не рекомендую туда даже заходить. Там все как-то выглядит не очень похоже на настоящие товары. Это, скорее всего, какие-то подделки. Hello, hello. Местные люди, дети. Итак, точно такая же болезнь албанская, ничего не давать снимать, было в магазине Интерспорт. Это секретная, видимо, информация. В интернете можно посмотреть, а в магазине снять нельзя. Ну, магазин приличный, такой же, наверное, по площади, как и магазин напротив, Sport Vision. Цены вы видели, выбирайте, приходите, покупайте. На этом видео наше заканчивается. Сегодня классная погода, пасмурно, не жарко, чуть-чуть дождика, чуть-чуть ветра. Всем спасибо, подписчики, кто оставляет комментарии, нам очень приятно на них отвечать. Те, кто ставит лайки, продолжаем заниматься тем же, приучаем новых подписчиков к тому же. Спасибо, кто досмотрел это видео, и до новых встреч во Влёре.